К сожалению, правительство сейчас напоминает хромую утку, используя вот такой политологический жаргон. Оно вроде бы не может работать до конца эффективно, потому что постоянно спотыкается. И в то же время его не отправляют в отставку, потому что политическое решение на высшем уровне не принято. Состав, нынешний состав правительства, вполне работоспособен. Пожалуй, не хватает только серьезного волевого лидерства, которое обязан продемонстрировать, наконец, Дмитрий Анатольевич Медведев. То есть он, на мой взгляд, стоит перед выбором. Или стать настоящим лидером правительства, или двинуть вперед все правительственные планы, хорошие планы, которые были заявлены, или самому подать в отставку, не дожидаясь, пока об этом его попросят другие.